В Гомельском дворце легкой атлетики сегодня стартовала спартакиада детско-юношеских спортивных школ по легкой атлетике. Соревнуются девушки и юноши 2004-2005 годов рождения. За награды в общем зачете борется 21 спортивная школа, по 3 от каждой области, а также города Минска. Гомельский регион представляет победитель областной спартакиады Центр Олимпийского резерва по легкой атлетике, а также призеры Гомельская издюшор профсоюзов СОШ и Светлогорская издюшор номер 3. Напомню, что недавно ГОЦОР по легкой атлетике был назван лучшим в стране по подготовке резерва. На республиканской спартакиаде гомельчане намерены оправдать это звание. Тем более, что выступают они на родной арене. Мы стали победителями областных соревнований с очень неплохим отрывом, набрали очков. Ребята готовы, в принципе, травм особых не было. Поэтому посмотрим по протоколам итоговым. Борьба за награды предстоит нешуточная. Летом в Швеции состоятся Балтийские юношеские игры. Спортсмены этой возрастной категории отправятся на этот старт. И отбор в сборную команду начинается уже сейчас. Мы сейчас будем смотреть, то есть как-то где-то присматриваться к детям. Кто-то уже выступал в прошлом году, кто-то сейчас будет начинать только выступать. Поэтому я думаю, что будем раскрывать таланты, смотреть на них и включать нас в команду. Сегодня прошли состязания по многоборью, беговым дисциплинам, спортивной ходьбе, прыжкам в высоту и длину. Завтра в программе бег, спортивная ходьба, а также прыжки с шестом и тройной прыжок.